Вот таким уловом меня сегодня угостили. Мне предстоит почистить вот эту рыбешку. Окушок. Хороший окушок. Крупный окушок. О, какой окушок. Ну что, приступим к работе. Какие, оказывается, прожорливые рыбы. Чистил рыбу, и посмотрите, что внутри рыбешки. Вот маленького. Окушок съел окушка. Вот такого маленького окушка. Вот этот вот. Вот так вот. Большие не трогай. Большие это самки с икрой. А все остальные маленькие это самцы с молокой. Закончилась наконец чистка рыбы. Одна партия уже жарится. Это одна вот у нас. Это икра. И инструменты, которыми я пользовался. Это чешую снимать, это плавники отрезать, ну и ножичек, чтобы разрезать брюхо. Ну вот, все, можно идти на кухню.